Мне кажется, что и на направлении Южного Кавказа у России есть, на мой взгляд, серьезные позитивные подвижки. Ну, во-первых, стабилизировались и вышли на очень хороший уровень взаимодействия отношений с Азербайджаном. Летом состоялся визит Владимира Путина в Баку. И те некоторые трения, которые были с Азербайджаном после закрытия Багалинской радиолокационной станции, мне кажется, что они преодолены. Азербайджан не стал и не обещал и не намеревался подписывать ассоциацию с Евросоюзом, поскольку считает для себя невыгодной эту ассоциацию. И мне кажется, это создает возможности для определенного интеграционного сближения между Россией и Азербайджаном, если не сейчас, то в перспективе. Мы уважаем самостоятельную внешнюю политику этой страны, и мне кажется, Азербайджан также понимает, что его независимость как небольшого государства, находящегося между Турцией, Ираном и американским влиянием, в значительной степени зависит от России. То есть Россия вполне может рассматриваться как страна, на которую Азербайджан может опираться в проведении своего независимого внешнеполитического курса. С Грузией, как вы знаете, Саакашвили покинул президентский пост. Сейчас новое правительство, гораздо менее антироссийски настроенное, чем правительство прежнее. И хотя я не думаю, что сейчас можно говорить о восстановлении дипломатических отношений, потому что грузинская сторона выдвигает неприемлемые требования от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии, но все-таки некий прогресс в отношениях, я думаю, возможен. Особенно на уровне человеческих контактов, восстановление транспортных связей, восстановление некоторых экономических связей, экспортно-импортных операций. Так что думаю, что с нынешним более здравым руководством Грузии нам будет легче, чем с прежним глубоко антироссийским и сконцентрированным, даже я бы сказал, на такой ненависти, которую Саакашвили демонстрировал к России. Здесь тоже есть прогресс. Ну и, наконец, с Арменией очень важный шаг, мне кажется, Армения совершила, когда приняла решение не идти на ассоциацию с Евросоюзом, когда приняла решение не ставить себя в состояние зависимости от ЕС, а двигаться в направлении таможенного союза. Я думаю, что это абсолютно принципиальный шаг. Кстати, этот шаг подготовил, на мой взгляд, и решение Украины последующее. И вот эту европейскую истерику, которой мы все сейчас являемся свидетелями, потому что фактически решение Армении – это существенный удар по программе Восточного партнерства. Если эту программу в ЕС рассматривали бы как программу сотрудничества, то это было бы одно. Но они-то это рассматривают эту программу как программу захвата этих стран в свою зону влияния. И поэтому, конечно, они чрезвычайно болезненно на это отреагировали. А для таможенного союза Армения будет, безусловно, важным приобретением. Это позволит расширить круг участников этой организации и обеспечить лучшие перспективы для Евразийского союза, который готовится к подписанию в 2015 году.